Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Touristic. Мы сейчас находимся с вами в Греции. Регион у нас Пиерия. Поселок Литари Литохароу. Извините, я еще раз прочитаю, потому что Лимани Литохароу. Отель Дзион Палас. Это 5 звезд. Hello. Двухместный стандарт. Здесь у нас ванна, душ. Есть тапочки, халат. Одна раковина, пен, дуб зеркала. Покрытие здесь плитка. В комнатах у нас все, что пакет или не обмывает. И кто вас так заселил? Плазменный телевизор, кондиционер центральный. Чайный уголок, холодильник, балкон большой с видом на территорию, боковой вид на море, видите, там частично есть. И еще разок. Мне нравится, номера чистые, аккуратные. Номер 206 стандарт, только с видом на море. Он точно такой же, отличается только видом. Фен одной, одна раковина, халат, тапочки, дополнительное зеркало, ванна. Все чисто, аккуратно. Классный телевизор. Интересно, когда я это... Это у нас выход сразу на территорию, на море. Первый этаж, ground floor. Не первый этаж, а нулевой получается. Главный ресторан. Можно кушать и на улице, с видом на бассейн и на море. Это лекарный ресторан. Номера свит с private pool, с индивидуальным бассейном, покрытие плитка, туалет отделен дверью, здесь рукомойка, раковина и туалет, душ, здесь ванна и массаж, тропический душ и массаж. Здесь еще одна раковина, есть халаты, тапочки. Сейф. Здесь полноценный фен большой. Большая кровать. Стоп, стоп, стоп. Бассейн очень красивый. Мне нравится. Плитка такая создает эффект воды еще более глубокий. Здесь свой шезлонг.
два кресла для отдыха. Так, чайный уголок. Большой плазменный телевизор, холодильник, все есть. Кондиционер центральный. Мне нравится. Сейчас дойдем до моря. Хочется посмотреть, какой здесь вход. В этом регионе в основном песчаный, но бывает и галька. Детский клуб, теннисные корты, бар на пляже. Ну и вот то, что говорят, что здесь галька, видите? Здесь песок, а там галька, вы видели, такая крупная, и вход в воду тоже мелкая галька. Вот то, что нам и говорили. И рядом здесь нету с отелями ничего. Поселок ближайший в 15 километрах. Так что это такой уединенный отель для спокойного отдыха. Детский клуб, Kids Club. За ним детская площадка. Это спа-центр. Но поменьше деревушка, а это обычная деревушка, естественно, а ближайшая туристическая поселка 6. Есть джакузи. Видеоматериал. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. С вами был Лысинок Евгений.